75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тверской области за минувшие сутки. За это же время выздоровели 97 человек. При этом специалисты отмечают, не стоит уповать только на силу иммунитета. Лучше помочь организму и сделать прививку. Тем более, что сам процесс вакцинации занимает считанные минуты. Процесс массовой вакцинации все активнее идет в Тверской области. На 3 июня прививку от коронавируса сделали почти 137 тысяч жителей Верхней Волжи. Сейчас среднесуточный темп более 1000 человек. Среди них теперь и известный волонтер, один из победителей недавних праймериз «Единой России» Юлия Саранова. Сейчас начинается такой очень активный период, когда мне предстоит много встреч, много поездок и по области, и учреждения. И рисковать нельзя ни своим здоровьем, ни здоровьем своих близких, ни тех людей, с которыми я буду встречаться. Выдержав положенные полчаса, Юлия отмечает, вопреки небольшим опасениям, чувствует себя хорошо. В Калининской ЦРБ, где она вакцинировалась, такую процедуру наблюдали уже более 5000 раз. Именно столько человек здесь уже привились от коронавируса, опасность которого нельзя недооценивать. COVID-19 – это нелегкое респираторное заболевание или простуда. Это сложный аутоиммунный процесс, который поражает все органы организма человека. Не только в период болезни, но и в отсроченном периоде. Конечно, бывает, когда реакция организма выражается в подъеме температуры, и пару дней приходится посидеть на парацетамоле, отмечают врачи. Однако это несопоставимо с неделями, которые можно провести в реанимации, если иммунитет человека, отказавшегося от вакцины, не справляется с COVID-19.